Я нахожусь сейчас в магазине. Моя машина припаркована. I make video for my rent. No, it's okay, they turn it. Yes? Yes, thank you very much. Я заехала интернет пополнить, оставила машину здесь на паркинге возле магазина. Пролетает, значит, мимо машина и сносит мне зеркало. Вот, обратите внимание, я так и понимаю, это идет к нам тот, кто устроил мне эту аварию. Я думаю, будем сейчас общаться. Вы по-русски говорите? Да, по-русски. Вы по-русски говорите? English? Окей, this car is rent. What we have to do with this? First of all, we call the police. Okay. Okay. Now мы должны позвонить в полицию. We call police. Yes. Okay. Good boy. Хороший мальчик какой. Вернулся, не сбежал. Я даже не ожидала, что вернется, честное слово. Просто свидетели здесь сидят, и все видят эту ситуацию. Oh my God. Give me cigarettes, please. Уже, ребяточки, темнеет и вечереет. Мой Бонечка один дома, бедолашка, сладкий мой. Там темно ему так. Но приехал вот парень из этой моей страховой, а Георгий со страховой еще не приехала. Он пофотографировал. Подожди, он хуже уже. He leave us, no? Wait, I need to ask what to do then. Wait. Excuse me? Yeah. What I have to do? I have... Mm-hmm. And tomorrow I have to go to office, yeah? Yeah. Okay. What time? Any time, yes? Okay. Oh, Господи, помилуй. Where are your insurance? Tell me it's come. Так, этот уехал. Пофотографировал и уехал. Блин, а как я буду ехать? А это вот приехали уже ребята из страховой Георгиса. Вообще, ну, в принципе, там ничего страшного. Тут зеркала друг друга обрывают очень часто. Даже Артем говорил. Очень узкие улочки. Если кто-то неаккуратно едет, то, ну, естественно... А парень очень хороший, такой приятный, позитивный, такой скромный. Мы сидим ржем с ним, я говорю, тебе повезло, что я не на Порше. Смеется, говорит, это точно. Видите, все фотографируют с разных сторон. И потом наши две страховые просто будут общаться между собой. Hello. Приехала домой, ребяточки, уже. Смотрите, масштабы трагедии. Так оно полностью... Все это выломанное, и зеркало было вывернутое. Но страховая разберется.